Всем привет! Сегодня я покажу вам упражнение «Широкие приседания». Смотрим внимательно. Как и во всех других видах приседаний, мы ни в коем случае не должны сутулить спину и отводим таз назад. Помимо ягодиц и передней поверхности бедра, в этом упражнении очень хорошо включается в работу еще внутренняя поверхность бедра. Всем спасибо, до свидания.